Привет, зритель. Спасибо, Ольга, за донат. Я, правда, сподобилась записать пожрать только сейчас, потому что вчера у меня была подруга в гостях, потом это... Ну, как-то так, в общем. Мне надо было там кое-что сделать для кое-кого, а сейчас надо покушать. В общем, я пока покушаю. Ты на меня повтыкаешь, зритель. У меня есть тушеная картошка, которую мне вчера презентовали. Ну, короче, меня угостили тушеной картошкой. Но поесть мне вчера не случилось. Ну, точнее, мне как бы... Я другое ела, и потом мне некогда было поесть. Ну, как-то мне не получилось поесть. А вот только сейчас получается. Я как бы обедала на завтрак, но у меня тут есть немножко хлеба. И у меня есть немножко колбаски, но я думаю, что надо ее поделить сейчас, потому что кое-кто то, что ему дали жрать, сейчас не хочет. А вот из хозяйской тарелки тоже самое. Этот кое-кто вполне себе сожрал. Моя подруга сказала вчера, что это собачья радость. Колбаска ливерная, на, чучело. Ой. На, вот тебе. А мне так она очень нравится, эта ливерная колбаска. Так получается, что даже и поесть-то не дают, все какие-то не дают поесть, все какие-то, блин, задания дают. Хотя я пыталась сегодня вообще заняться другими делами, но вот в итоге люди думают, что сейчас будет вредная Лёля, потому, точнее, как люди думают, что я вредная, да, некоторые, которые сами вредные. Ну, в общем, меня раздражает, когда я пытаюсь сделать свои дела, а кто-то может сделать свои тоже дела, но вместо того, чтобы свои делать, запугивает других людей, чтобы они сделали за них их дела. И в итоге у других людей все нахрен идет к чертовой матери. И они не то, что поесть спокойно не могут. Свои-то дела вообще никакие сделать не могут. Ну, знаете, вот, допустим... Куда ты залезла-то, блин, вообще Алиса свалила бы ты нахрен, а? Допустим, у вас есть как компьютер, вы умеете им пользоваться. Вы можете что-то сделать сами. Но вместо того, чтобы что-то сделать сами, вы загружаете другого человека, а потом идете к нему и забираете то, что он для вас делал. Ибо... Не, я не против, но когда как бы договариваешься, говоришь, что я сегодня делаю какие-то дела. Мне вот, ну, не до вас. Я еще ночью кошка цапнула за ногу из-под одеяла, за левую стопу. Я ее, конечно, обработала, но такие ощущения не очень удобные в тапке. Так, колбаску-то я куда дела? Колбаска-то у меня тут. И вот она зажрала этот кусочек колбаски и довольная. Ну, не сколько кошка жрать хотела, сколько вот... Сколько хотелось чего-то другого. Так, кошка, не надо сюда, сиди там. Я тоже хочу поесть эти колбаски. Я ведь себе вообще-то покупала, у тебя своя еда есть. А может, ты хозяину сегодня руку располосовала? Я просыпаюсь, иду в душ. Чувствую, что мне что-то руку как-то жжет, будто там как минимум кровь идет. А там как минимум кровь идет. И эта коза, когда я спала, умудрилась меня цапнуть. Но как день у меня сегодня пошел не в ту сторону, то, видимо... Не со среды по воскресенье я в темпе вальса должна пытаться сделать эдит главы на 45 страниц где-то, так? Ну что ты за нахрен такой, а? Болей отсюда! И вот смотрите, ей вообще пофиг дым, она ее шлепаешь, она на стол прыгает обратно. А с четверга по воскресенье придется делать эту эдит, клин тайп. И правку перевода, потому что перевод делал еще переводчик еще год назад. Еще блин дропс. Может, ты на окно свалишь? М? Свали на окно. Свали и сиди там. Если останется картошечка, я тебя угощу. Короче, у меня в тарелке сегодня был суп, который мне вчера подружка угощала. Суп-пюре. Я не помню, я его, наверное, уже записывала на хавчик-то.
Я думаю, что на раз осталось. Короче, это суп-пюре. У меня оставалось буквально 2 столовых ложки. Я что-то отвлеклась. И вроде семья небольшая. Но клювом тоже не надо щелкать. Ну, короче, я отвлеклась. Подхожу к тарелке. Да есть супчик. А его уже нет, его весь вырезали. Я думаю, ну раз тебе так понравился супчик, я дам тебе супчика. Я налила из кастрюли прямо в ее мисочку. Она подошла, понюхала, посмотрела на меня. Лапами вот так почекала, ну как вот, показывая, что это не еда даже. И свалила. Я думаю, блин, значит, из тарелки хозяйской жрешь, а из миски уже невкусно. Колобок. На улице сегодня редкость на дубах, я замерзла как собака. В моем пальто все-таки оно, видимо, не рассчитано на минус 20. Ну или на сколько сегодня градусов. Вчера, хотя я подушку приложила, и было минус 20, и мне нормально было. Но, видимо, сегодня чуть больше, чем минус 20. В общем, я слегка, ну так, слегка ощутимо вот на плечах, что типа холодно. Хоть я и нацепила леггинсы с начесом поверх колготок с начесом. И нашла шерстяные такие следочки, которые мне еще бабушка вязала. Она иногда вязала для меня что-то, когда осознавала, что я вроде ее внучка. А так она хорошо вязала. Листик. Здесь пока положу. Ну, короче, у меня эти носочки шерстяные. Я их нацепила и засунула в сапоги кожаные. С натуральным мехом. Вроде все нормально, но в какой-то момент поняла, что ноги мерзнут. А когда сезона вышла, поняла, что они совсем замерзли. Вообще заледенели. Блин, у меня там салфеточки-то закончились. Приходится на стол ложить. Вот сюда. Тут пакет загораживает. Пакет загораживает солнце, тут листик, косточка. Это пакетик от колбаски. Я думаю, начиная с этого ролика, пока у меня есть функция спонсорства. СМС могу баги кидать на предварительный доступ для спонсоров. Хотя у меня сейчас, о, печаль, всего лишь один спонсор. Вот Горбушкин низшего уровня. Но так как он довольно прилично помогает каналу. Например, допустим, заливает ВКонтактик. Вы выложенные сюда видео на канал мной. Контактовую как бы страничку. Модерить чатик, хотя я давно не делала стримики. Но и до этого тоже поддерживала, причем среднего уровня. Я решила, пока у меня один спонсор. Точнее, как бы один спонсор-то есть, надо выполнять свои функции относительно обещанных бонусов для спонсоров. При наличии спонсорской подписки. На первое время ролики типа СМР и Булбаги будут выходить. Ну как ВКонтакте всякие такие фишки, типа уже этим самым пончикам доступно что-то там. А вам типа через какое-то время, если вы не пончик. У нас спонсорская подписка. Короче, предварительная. Как оно? Ну то, что предварительная, потому что она уже загрузила, да? Ну как бы загружить-то. Ранний доступ к видео на несколько часов раньше, чем все остальные. Я даже запись думаю записать об этом. То мне так нравятся люди, которые: ой, у тебя так хорошо получается с МРБ баги, снимай их почаще. Ну как бы, я знаю, что они у меня хорошо получаются, но канал немножко в другом. И иногда пожать на камеру можно, конечно. Но, смотреть, зритель, я могу пожать на камеру по-быстрому. Ну, в смысле, могу пожать на камеру, но подольше будет по времени. Чем я просто поем, начну делать свои дела. И мне нравится снимать всякие ролики, как типа пустые баночки. Обзор техники, которую я покупаю, либо мне случайно она прилетала. Ну, какие-то там есть несколько штук, которые все никак руки не дойдут обозреть. Мне это нравится, реально. Мне нравится там с
снимать какие-то другие ролики, которые, ну, никак с СММ не связаны. Хотя я знаю, что есть люди, которые ловят какие-то там СММ-ные эффекты даже от обычных роликов. Я даже просекла, что это как бы, ну, действительно на какие-то подобные ролики идет больше просмотров. На ролики со шмотками, с примеркой. АСМР, мукбаги, ну, правда, не на все мукбаги. И что, в принципе, их можно хотя бы раз в неделю снимать. Ну, или пару раз в месяц. Или 2-3 раза в месяц, как получится. Ничего, я поняла, что мукбаги легче снимать, чем АСМР, потому что, ладно, ладно, я тебя... Давай вот эту картошинку, я дам тебе. Да. Вот если бы я эту картошинку дала Луне момента, когда ем, она бы ее жрать не стала. Она бы на нее так. А съела бы уже, когда... Вау, гречка! Короче, в общем, легче писать мне мукбаги, чем АСМР, потому что как бы я поем, ем и ставлю камеру, ну и вот говорю что-то. Хотя, думаю, надо как-нибудь просто включить камеру и есть. Ничего не говорить. Потому что с АСМР надо как-то что-то слегка больше гемориться. Но это не значит, что я их не буду писать. Я планировала в конце этой недели сделать, но вот у меня не получилось по времени. Блин, я, видимо, так хотела есть. Мне бы этой баночки... Где эта баночка еще? Короче, да, съела. Вот этой баночки и ушла. Она, видимо, тупо хотела поковать картошечки. Этой баночки бы мне хватило на 2 применения. Ну, в смысле, на 2 пожора. Но я, походу, реально очень хотела есть. За счет того еще, что замерзла вдрызг. У меня руки замерзли, заледенели. Мне еще пришлось доставать телефон, чтобы позвонить там. Ну, как бы в перчатках и рукавицах этого никак не сделать. По крайней мере, мне... А ноги-то вообще были ледяные. Я пришла, сначала хотела тупо попарить ноги, но мне вот родня посоветовала полностью залезть под душ, причем не под горячую воду, ну просто вот под теплую. Я минут 20 там торчала. Попыталась еще и голову туда засунуть, но поняла, что не осилю эту помыть. Ну, не промоется она, потому что у меня вода горячая, течет такой тоненькой струечкой, без напора. Очень редко, когда появляются напоры, я так и не поняла, в какие часы. Я сначала думала, что ну как бы вот сверху там они по утрам как бы все моются. Хотя, по идее, вот на четвертом этаже так у меня на механике было. А тут первый этаж, и вода должна идти нормально. Когда я пыталась в свой первый год бытия через ЖЭК узнать, какого хрена у меня вода так течет вообще еле-еле. Тут все свои, да. А кто травмировался, ну извините. Мне сказали, ну она же у вас течет, хрен ли, ничего делать типа не будет. Ну и как бы помыться-то еще под водой можно. Я по большей части из-за этого утром принимаю холодный душ, потому что пока дождешься, когда нагреется горячая вода, пока сможешь себя мыло, там гель и так далее, вот эту пену, этой тоненькой струечкой, тоньше, чем через палец, ну, 1/2 вот этого пальца. Вот, пальцы, мизинца. Пока то, пока все. Легче уж холодной. А в деревне-то я холодный душ принимаю, но я как бы сначала, ой, холодно, а потом все ништяк так. Даже это хорошо для организма, особенно если по утрам холодный душ принимать. Вот холодный душ не получилось принять, тут как бы надо было согреться. А потом я просто, у меня вода попутно грелась, а то... Со шкурками мандарина и апельсина такая вот. Я же всякие отвары делаю, очень редко, когда я просто воду грею. Потому что мне удобно так. У меня подруга вчера спрашивала, ты говоришь, почему типа так? Почему ты не можешь в голову там засунуть и скорячиться под этот кран? Я говорю, мне неудобно. Я говорю, если я так вот именно наклонюсь, мне, говорю, там желчный переполнен, желчь переполнена желчью. Ну, короче, проблема вот у меня такая с 9 лет. Так конкретно наклоняться не очень хорошо. Больше, чем там минут 5, допустим, или типа того.
Я говорю, у меня начинает становиться плохо, поэтому я приноровилась к тазику. Шланг из душа мне, говорю, не очень удобно мыть голову, наклонившись так. Короче, на этот, у меня как раз налилась вода, я потом окатила уже, помыла снова волосы. То, что у меня там не промылось, они даже успели высохнуть. Я верую, что это все помогает волосам лучше выглядеть, все эти отвары всякие растений. Луковой шелухи или мандариновых шкурок. А подруга не верит. Она говорит, ну все равно у нас такой тонкий жирный волос. У нее жирные у корней, сухие на кончиках. А у меня просто жирные обе, ну и у нее и у меня тонкие. Они же три волосины, они же не станут пятью волосинами. Я говорю, ну, говорю, как бы не станут, но выглядеть-то будут лучше. Короче, и геморриться неохота. А мне как-то вот привычнее. Так, точнее, я помню, что у меня с детства там мама с бабушкой то хлебушком натрут, то яичком, то еще какой-то хренотенью, чтобы волосы лучше росли. Я сейчас что-нибудь к чаю достану. Снова я тут. У меня, короче, где-то были карамельки такие вкусные. Я помню, что я их не смогла еще, ну, в смысле, там оставалось. Я знаю, что я их не могла столько сожрать, пока там тайпила. У меня есть подозрение, что кошка этот пакетик заиграла. Но я что-то вот уже почти сутки их нигде не наблюдаю. У меня тут есть, я забыла сегодня днем сожрать, два бразильских орешка. Может, надо было приблизить, я в этот раз что-то саму себя не приблизила. Сейчас приближу поближе. Сказала бы. Как бы, ой, куда ты там поехала? Обратно отодвинься. Я даже не знала, что можно так сделать, что нажать, чуть подольше подержать, и оно само поедет. Приближение. Так. Вот так. Короче, у меня тут изюм, купленный в этом самом... в Доброцене. Такой же изюм, в принципе, продавался. Ну, такой первый. Одно время я как-то на Вайтберрис покупала. Правда, за килограмм, а не полкило. В этом, в Фрутолайн, по-моему, называется. В Светофоре когда-то продавался. Потом тут фисташки, которые без никто. Тут грецкие орехи, которые, по совету тети, отмочила. Но я, правда, ее плохо поняла. У меня как-то, она, оказывается, три орешка отмачивает, а потом утром съедает. А я как-то так насыпала, что у меня полпакета фигакнулось. У меня там был пол... сколько у меня было? И полкило уже я туда сыпнула. Ну, где-то грамм 300 я туда фигакнула, отмочила. Потом они как-то слишком мокрые были. Я их обсушила пару раз в духовке. Они подсохли и стали такие нормальные. Горечь из них ушла. И вот когда они совсем подсохли, они стали вообще хорошие. Ну и два вот этих бразильских орехов. Еще тут у меня есть бананы сушеные, которые я покупала в Доброцене, 50 рублей, что ли, упаковочка, 100 грамм. У меня было один пакетик, я уже захомячила. Один я вчера открыла, и только один баночек сомячила. И шоколадка. Что-то у меня подруга вчера не прониклась ею. Точнее, она как бы, шоколадка лежала на самом видном месте, но она принесла к чаю такие штучки прикольные. И что-то как-то, но шоколадка затерялась. Не уходишь, говорю, шоколадки, когда не-не, я уже этих штучек поела, типа. У меня еще тут стакан со смузи. Тут черная смородина, клюква, банан зрелый, переспелый, замороженный, слегка размороженный, банан просто зрелый и сыворотка. Вот я не помню, кидала сюда. А нет, я только подумала сюда кинуть какой-нибудь суперфуд. Но забыла совершенно. Вот у меня сегодня на завтрак он был. После супа-пюре. Еще стакан остался. Просто как бы я сделала и поставила на балкон. И потом так раз еще более мороз, чем... Ну как бы был холодно, стало совсем холодно. Достаю, оно такое ледяное. Почти мороженое. Я поставила на всякий случай этот кувшин. Такую мисочку, чтобы если вдруг что там оттаяло, хоть куда-то не на стол лилось. Сегодня встаю 2:30, потому что кошка мне не давала спать. И но зато будильник завела так уже, как сык конкретно встала, чтобы бодриться, еще развела себе гуарану, порошок плодов бабаба и лукуму в маленькой чашечке. Вот эта-то она хоть и кажется маленькой, но, кстати, тут у меня сахар,
кусочек сахара с соком тыквы. И он таким сиропчиком стал внезапно. Я просто положила, мне накапала, ну, разрезала тыкву вчера. У меня появился там внезапно сок, я так его накапала в чашку и положила кусочек сахара, гляну, что будет. Не забыла. Эта чашка на 250 мл. Хоть и кажется маленькой, там другая чашка, там 150 мл. Вот как раз мне я разбодяживала эти порошки, чтобы бодрячком быть. Действие в 11 часов закончится. А тут у меня порошковый зеленый китайский чай, типа матча. Я его в этот раз заварила в чайнике, прикола ради, ну, эксперимента ради. Перемешала ложкой. Вот он под крышечкой стоит, он цвет сохраняет зеленый. А в чашке он такой бледненький сразу становится, еще бледнее, чем есть. И добавила вот молока, что козьего у меня пока нету. Насколько мне известно, там уже мало они доят, эти козы. Но если люди будете повторять то, что я сейчас до этого сказала, и, кстати, фотку я скинула в Инстаграм с составом того, что там есть, то делайте это как минимум за полчаса до выхода из дома, потому что иначе вам может приспичить в одно интересное место. Там очень такой быстрый эффект идет внезапно. От гуараны это само по себе идет эффект. Когда все вместе, то вообще не успел поесть, уже бежу с летящей лавточкой. Так, наверное, второй орешек я не осилю. Сначала я ими не прониклась, этими фисташками, без никто. Но когда вот их есть, допустим, вместе с изюмом, или вот с чаем, и между орехами, или просто с чаем, то внезапно они вполне таки ничего. Может, потом как-нибудь куплю в шкурках. Потому что без шкурок они вообще дорогущие, 209 рублей за 100 грамм. Но их надолго хватает. Кстати, может попробовать этот. У меня просто вчера так получилось, я подругу проводила, полезла на шкаф, что-то глядываю. Смотрю, у меня тыква, мне показалось, что у меня хвостик какой-то не такой. А так как последняя тыква у меня перед этим ласта склеила на 2/3. А в прошлом году я вообще забыла с балкона вовремя достать, она тоже ласта склеила. Вот тут немножко сахара за... Не растаялся. Сиропчик, не надо варить, сок залил, засыпал сахаром, он стал, постояв чуть меньше суток, сиропом. Тыква с сахаром. Короче, я ее располовинила, потом расчетвертила, зерна достала. Она такая мягкая, сочная. Я давно уже тыкву-то такую не разрезала, вот сама, чтобы она была вменяемая. Я так офигела, пишу родственникам, говорю, это, говорю, нормально, что она вот такая свеженькая, мяконькая, с соком? Говорит, нормально, такая типа и должна быть. Очистила ее. По пакетикам разделила. Часть обещала дать в угощение. Ну, как бы меня угощали тыквой. И тут попросили, ну, что я-то могу вообще про нее забыть. Думаю, что? Не обедняю. А прикольно. Тыквенный сок с сахаром. Реально такой сиропчик получился. Интересно, если взять какой-нибудь другой сок. Ну, ягоды там подавить, процедить. И также сахаром засыпать. И оно постоит, будет ли оно таким же сиропчиком? Единственное, что тут сахар не весь. Ну, как бы я же его не размешивала. Он там налит, придется водой доливать, чтобы отсобачить его. Прикольная штука. Идем ты где? Изюм, кстати, хороший. Коричневый изюм. По-моему, коричневый. Да, коричневый изюм без косточек. 110 рублей, по-моему, за 500 граммов. И, по-моему, он без всякой обработки. Там написано, конечно, что без всего.
Я помню, как тогда Озон купила чернослив, типа он был без всего, чистый чернослив. И я что-то решила его, он такой липкий был, я решила его немножко промыть. Я залила водой, а там такая масляная пленка пошла. И смотрю, в комментах производитель пишет, ну да, да, он типа обработал маслом, а говорит, что-то нигде, думаю, не написал. На этикетке, допустим, нету. Хорошо, что просто маслом, а не диоксидом серы. В общем, самопальная смесь. Изюм с орехами. Я все никак не сподоблюсь сделать. У меня вон там в сковороде такой плоской советской стоит арахис, чтобы его пообжарить, а потом блендеры зафигачить. И все никак руки не дойдут. Не выберу время, вот СМР или хавчик на камеру записываю, монтирую, а свой блендер все никак не обозрел. Точнее, все никак не смонтирую то, что даже обозрело. Я хоть покажу тебе просто этот стаканчик. Вот. Крышка там подальше. А это этот толкатель кровь на гаре. Биогонец G 520. У него еще есть довесок, ну отдельно можно купить. На Озон что-то около 4000. На Алиэкспресс можно и за 2 купить. Стакан, короче, на литр, как бы для сухих продуктов. Ну, как они сами пишут, что типа кто-то им написал, за хрена вот это да. Ну, допустим, вы в одном делаете смузи, а в другом вот пасту. Я как бы не считаю, что такой мощный блендер надо пользовать исключительно под смузи. Потому что можно купить более-менее мощный блендер под тоже смузи. Но я-то его брала исключительно под арахисовую пасту. Ну, не только арахисовую, именно ореховую пасту. В каком-то плане хорошо, если делаешь в одном что-то, и в другом что-то. И плюс еще то, что он поменьше объемом, там удобнее выгребать это все. А еще я видела один раз только на Али 500 мл. Такая чаша, тоже насадка для такого же блендера, и она типа как кофемолка. Но у меня есть две кофемолки, одну я покупала, другая мне в составе как насадка на блендер от Китвер попалась в розыгрыше. Даже три кофемолки, та Bosch, которую еще Тишка уронила, и она только сахарную пудру может молоть, потому что на больше ее силы не хватает после падения. Как бы я ту чашу под кофе вообще как бы не хочу использовать, но я хотела бы такую чашу, видно, вот, чтобы сделать небольшое количество той же арахисовой пасты. Потому что лично мне она очень помогает для пищеварения. Не всегда ж можно забубенить этот порошок гуараны, потому что он бодрит. Его надо принимать за 7-8 часов до сна, ну вот, с расчетом таким. Короче, не позднее 2 часов, если вы собираетесь нормально, не позднее часа, если вы собираетесь нормально лечь спать. Но я его где-то в 3 часа забубенила вообще. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. К 11 он должен почти закончить свое действие бодрящее. Раз это мешала все весь этот осадок и выпила. Обычно я допиваю, там где-то с 0,5 сантиметра остается осадка, и я его просто качаю, потом когда чашку мою выливаю. Как-то я лоханулась, салфеточек-то не взяла. Что, зрители, я вроде как поела, я, может, в начале ролика была немножко такая агрессивная, просто я была голодная. Лёля добрая, но может сложиться ощущение, что Лёля злая, когда Лёля не выспалась, устала, хочет на воздух или хочет кушать, или все вместе. Дарюсь я тут за слух. Ой, я что-то себя приближаю. Дарись. Смузи надо убрать в холодильник, потому что что-то оно уже в меня не влезет. Я не знаю, как его показать. Короче, вот оно там. Смузи. Темненькое. Пока.
Чавк, чавк, чавк.